Люди любят сравнивать былое с современностью. Один из самых популярных фоторазделов – это раздел из разряда «было» и «стало». Ну, вот очень любят публиковать фотографии, снятые в разные годы с одной и той же точки. Например, вот на экране вы видите Манежную площадь. В 1965 году она была такая. И вот сейчас совершенно другая. Очень модно рекламировать центры для похудения при помощи фотографий. Было, стало, был вот такой, стал. Э, По-моему, остался такой же, но с другого ракурса снят. А, дизайнеры оперируют такими понятиями, было и стало. А, стилисты и даже жестянщики. Все публикуют вот такие фотографии. Было, стало. Очень модно... Эм, Оперировать категориями до и после. Для многих людей жизнь вся разделилась на периоды до войны и после нее. Для других людей вся жизнь делится на периоды до вступления в брак и после него. Ну и для меня тоже. Например, я женат не очень давно, как я считаю, мы всего 13 лет в браке, но я абсолютно не помню. Как я жил до этого, то есть это вспомнить вообще невозможно. Кажется, что жизнь была вот всегда такой. Для Наполеона жизнь делилась когда-то на периоды до Аустерлица и после него, а потом на до Ватерлоо и после Ватерлоо. Рождество Христово разделило человеческую историю на два периода: до Рождества Христова и после Рождества Христова. У Бориса Гребенщикова есть строчки между тем, кем я был и тем, кем я стал, лежит бесконечный путь. И Писание предупреждает нас о том, что мы должны постоянно помнить, о том, кем мы были и кем мы стали. Еще в Ветхом Завете Бог заповедовал израильскому народу. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой. Вот это повеление помнить, кем ты был и кем ты стал, оно проходит через все Писание. И апостол Павел, описывая дары Божьи данные церкви, не может обойти вниманием и этот вопрос. Он тоже увещевает христиан помнить, помнить, кем вы были и кем вы стали. Давайте прочитаем с вами следующий фрагмент есть послание к Ефесянам, это вторая глава, с 11 по 22 стихи. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, Чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей и учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким. Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа – краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом. Христианин должен помнить, кем он был и кем он стал. И вот эти два состояния наши должны постоянно приходить нам на память, чтобы мы дорожили нашим новым состоянием. Во-первых, Павел говорит о том, кем мы были. Вспомните, 11 стих прямо начинается с этого повеления. Итак, помните, что вы были вот такими. Кем мы были? Во-первых, Павел говорит, мы были во вражде с обрезанными. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. Вы были отчуждены от общества израильского. Вообще людям свойственно возводить расовые барьеры. Как, впрочем, разделение и по другим признакам. В древнем мире греки считали всех негреков варварами. Ну, потому что не понимали их языка. Им казалось, что они говорят вар-вар-вар. Евреи всех неевреев называли язычниками. И сегодня расовые барьеры в умах людей весьма сильны. Национальный вопрос это по-прежнему вопрос номер один. Его решить не удается. И я смотрю, что без Христа ситуация в мире только усугубляется. Ну, я не знаю, как вот в Курске, но в Москве это особенно хорошо видно. Москвичей очень раздражают люди других национальностей. Известный тележурналист пишет в своем блоге, как он в парке гулял с собакой и встретился с узбеком. У узбека было разбито лицо, текла кровь, подбит глаз. И узбек, очень осторожно выяснив, что тот не собирается травить собакой, его спросил, а выйду я вот здесь, вот из этого парка. Ну, журналист сказал, так вот, есть короче путь, указал в противоположную сторону. Он говорит, нет, я туда не пойду, да, там они. Они это патриотически настроенная славянская молодежь, которая разбила узбеку лицо. И э, тележурналист возмущается вот этим да, положением вещей. А на самом-то деле э, решить эту проблему в мире не смог никто даже в советские годы, когда заявляли о том, что национальный вопрос у нас решен и официально стихи даже провозглашали такие: "Смотри, три школьника идут, их летом ждет Артек, один латыш, другой якут, а третий друг узбек". И э, на самом деле мы все помним, э, как в реальности обстояли дела в армии. Мы там знали все, что есть: азеры, есть ары. Есть и все они черные и так далее и все эти уничижительные клички э, они касались абсолютно любой национальности без Христа люди обречены на бесконечные разделения и кстати даже в церкви когда люди забывают о Христе сразу начинают создаваться группировки я Павлов я Полосов вы жили вот в этой жуткой ситуации когда Люди ненавидели друг друга только потому, что у них другая форма носа, другое богослужение, другой язык и так далее. Помните, что вы были во вражде. Далее, вы были без Христа, говорит Павел. Взгляните в 12 стих дальше. Вы были в то время без Христа. Христа не знали. Бог не был близок к язычникам. Да и не все евреи чаяли утешение Израилева. Бог был довольно далеко от людей. Прощения грехов не было. Мы с вами в одной из прошлых проповедей об этом говорили. Было оставление наказания, как бы отмена наказания. Была милость, когда Бог откладывал наказание на год. А у язычников не было и этого. Не было прощения грехов, не было Христа. Бог ничего нам не обещал, когда мы жили э, до христианства. Были чужды заветов обетования и были безнадежны, не имели надежды. С Израилем Бог заключал заветы, а с нами, с язычниками, нет. Язычники могли искать Бога. Бог, конечно, посылал свидетельства о себе во все времена, но мы не были включены в договор. Нас не было в этом списке. Язычники не имели обетования, и поэтому у них не было основания для надежды. Большая часть язычников во времена Павла считала, что человеческое существование прекращается со смертью, что после смерти дух человека всю вечность блуждает в неких преисподних местах. Считалось, что смерть приносит с собой только небытие или не вечное неприходящее отчаяние. Поэтому греческий философ Диоген писал, «Я предаюсь утехам в моей молодости, мне еще придется долго почивать в земле, лишенным жизни, безгласным как камень, хотя и порядочный человек, но мне придется оставить этот солнечный светлый мир, который я так люблю. Мне ничего не предстоит впереди, конец всему, возрадуйся, душа моя, в одни юности твоей». Эта философия весьма характерна, в принципе, и для современных людей – выражена она в лозунгах «Бери от жизни все, живем один раз». Далее Павел говорит, мы были безбожниками, были безбожники в мире. Хотя мы верили в богов, но все равно с точки зрения истинного бога мы оставались безбожниками. Язычники, конечно, придумывали богов себе на разные случаи жизни и считали, что это действительно боги. Ну, апостол Павел говорит, есть так называемые боги, но они суть не боги. Это похоже на то, как в детстве, если вы играли в песочнице. я очень любил печь пироги из, из песка и грязи. Напечешь их там много. А, и если кто-нибудь к тебе подходит и говорит, а, у тебя не настоящая тут еда, ну, на него можно было обидеться и сказать, я с тобой не дружу, пошел вон. Но в тот момент, когда мама тебя зовет из окошка, Павлик, иди ужинать, ты вдруг понимаешь, что вот это-то не настоящая еда. Настоящая еда там у мамы на кухне. И, конечно, вот в этот момент наступает прозрение. Точно так же ненастоящие боги язычников осознаются вот как ненастоящие только в тот момент, когда истинный бог окликает человека и говорит, иди ко мне. Вот кем вы были. Вы были в таком ужасном состоянии во время вот этой вражды. А теперь кем вы стали? Посмотрите. Кем мы стали? Павел говорит. Вы стали соединены кровью креста его. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью, кровью Христовую. Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно, дабы в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Гвозди креста его и кровь Иисуса Христа скрепили нас навечно. И это очень важная истина. На самом деле это одна из самых поразительных благих вестей. Здесь Павел говорит, что Бог разрушил стену вражды. Посмотрите, он разрушил стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей. Задолго до построения Берлинской стены и задолго до разрушения ее апостол Павел использует этот образ – Образ некой преграды, некой стены, неких условностей, которые мы сами себе нагородили для того, чтобы отгородиться друг от друга. Мне представляется, это такой образ. Вот Бог создал руку нашу, да, ну, для многих вещей рука предназначена, но в том числе и для того, чтобы, значит, здороваться, для рукопожатия. Но мы, знаете, люди-то все не глупые. Мы понимаем, что у нас, у каждого из нас есть масса преимуществ, и мы очень любим эти преимущества подчеркивать. У нас есть, например, национальная гордыня. Да, конечно, национальная самобытность есть у каждого из нас. Но Бог интернационалист, Бог э, любит всех одинаково. Э, вообще из Бога никакой фашист. Я тоже вот, кстати, не умею различать э, там людей по национальностям. Но люди очень любят это. И они загибают палец, говорят, вот наша нация лучше всех. Социальное неравенство. Кто-то говорит, я богат, а все остальные лузеры, они неудачники. Другие говорят наоборот, а эти богатые все разжирели. Вот настоящая истина в бедности, и люди разделяются. Гендерная дискриминация. Ну, все мальчишки дураки, а девчонки умницы, или наоборот – все мужики составляют истинное братство, а это женщины, ну, что о них серьезно говорить? Интеллектуальное высокомерие. Я умный, все остальные дураки, у меня два высших образования, а вы ушники несчастные. Или наоборот, ты интеллигент вшивый, значит, в шляпу надел очки, а мы вот доктора рабочих наук и так далее. Сектантская брезгливость, мы в истинной церкви. Мы самые крутые, мы самые настоящие, а у вас церковь мертвая и неправильная, или наоборот слишком живая. И ладонь превращается в кулак. Много-много преград ставят люди и извращают Божий образ. Вместо того, чтобы построить общий дом, мы построили разделяющие стены. А Христос, написано, умер за нас. Он разрушил стену вражды, разрушил вот эти стоявшие преграды. Я слышал историю, как в Европе это произошло в одной из в одном из таких поселений. Умер человек один. Он не был католиком, был протестантом, а деревня была католическая. Но друзья его католики принесли его в храм священнику и говорят, давайте похороним друга нашего. Он хотя католиком не был, но был хороший человек. Ну, священник говорит, нет, ни в коем случае. В освященной церковной земле его хоронить нельзя. Ну, друзья пожали плечами, что делать? Пошли и вышли за ограду церковного кладбища, похоронили его прямо вот возле ограды, но вне церковного кладбища. На следующий день пришли, чтобы там Какие-то почести воздать, венки возложить, наверное. Не знаю, что там принято в Европе делать. А стали искать могилу. Нет, ее не находят. Пошли к священнику разбираться и говорят, как же так, падра? Мы же вчера вот здесь похоронили друга своего за церковной оградой. Ну, священник говорит, знаете, ребята, я... А полночи не спал от того, что меня вот совесть мучила за то, что я вам так ответил. А полночи я переносил ограду церковную. Так, чтобы включить вашего друга в эту землю. Я думаю, что вот примерно такими вещами должны заниматься мы. Если уж мы даже не разрушаем свои стены, ну давайте хотя бы пытаться понять друг друга. Я не говорю сейчас о компромиссе, на который иногда некоторые люди хотят идти. Нет, мы не должны допускать компромиссов с истиной. Но учиться разрушать вот эти стены мы обязаны, потому что Христос разрушил их. Конечно, не для того, чтобы возвестить плюрализм религиозный, против которого мы вчера сами говорили, но для того, чтобы привести всех к истине, к себе. Далее, посмотрите. Бог упразднил осуждение закона. Взгляните в 15 стих. Упразднив закон заповедей учением. Довольно сложный для понимания текст по-гречески, потому что, ну, с одной стороны, можно действительно понять, что апостол Павел имеет в виду творительный падеж. Ну, то есть, как бы Христос вот взял учение и при помощи вот этого учения упразднил закон. Но, скорее всего, апостол Павел употребляет эти слова в несколько ином значении. Буквально эту фразу можно перевести из греческого так. Закон заповедей, состоявший из предписаний, он упразднил. Вот этих заповедей Ветхого Завета в Новом Завете уже не существует. И для меня, кстати, секрет, почему многие христиане так держатся за заповеди Ветхого Завета. Ветхий Завет по-прежнему Слово Божье для нас. Это образы для нас, для того в нем есть масса моральных уроков. Но заповеди закона Торы, Пятикнижие Моисеева, это больше не заповеди для нас. Христиане нигде не призваны исполнять, например, декалог, 10 заповедей. Какие-то заповеди Обновлены в Новом Завете, и мы их исполняем не потому, что так Моисей заповедовал, а потому, что так заповедовал Христос. Но мы с вами ничего не потеряем, если сварим козленка в молоке матери Его. Мы, например, не соблюдаем заповедь о субботе, потому что нет проклятия над нами э, законы. Мы можем э, отдавать Богу все семь дней. Некоторые заповеди Бог обновил, но даже по. Как бы планку-то поднял повыше. Например, если во времена Ветхого Завета можно было э, смотреть э, на женщину с вожделением, но в принципе не прелюбодействовать с ней. Это было достаточно. Ну, просто, я не знаю, какой-нибудь древний плейбой на ночь там полистать, э, если был древний плейбой какой-нибудь. Э, с точки зрения закона ты оставался чистым, потому что ты фактически не прелюбодействовал. Но Христос говорит: нет друзья мои а я вам говорю что всякий кто продолжает вот смотреть смотрит на женщину с вожделением прелюбодействует с ней или с точки зрения ветхого закона ветхого завета если ты ненавидишь своего врага и э, вот как-то в последний момент ты все-таки удержался и не убил его э, в принципе ты исполнил закон э, э, ты исполнил заповедь не убивай но христос говорит всякий гневающийся на брата своего подлежит суду. И слово напрасно здесь, это скорее всего поздняя интерполяция, поздняя вставка в текст. Просто гневающийся на брата. Ни одна из заповедей Ветхого Завета больше не заповедь для нас, если она особым образом не оговорена в Завете Новом. Об этом здесь говорит Павел. Потому что этот закон Христос упразднил. Упразднил когда умер на кресте. Но тут возникают сразу вопросы, а как же ни одна йота и черта не придет из закона? Да, совершенно верно. Закон не изменен. Основная функция закона проклинать. Бог дал закон заповедей для того, чтобы человек посмотрел на него и сказал, да кто же может это исполнить? Ну, никто исполнить не может. Закон подобен дамоклову мечу, и Христос говорил, я пришел исполнить закон, он исполнил его. Он единственный, кто не должен был умирать с Божьей точки зрения. И Христос говорит, да, ни одна черта, ни одна йота из закона не придет, но это не означает, что вы по-прежнему под законом. Потому что если вы останетесь под законом, вот этот неизменный закон ударит по вам всей мощью своего проклятия. Проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего закона, так говорит Писание. Но Христос упразднил этот закон, упразднил осуждение закона, потому что взял проклятие закона на себя. Бог создал нового человека. Посмотрите, дальше 15 стих об этом нам говорит. «Дабы из двух создать в себе самом одного нового человека – устрояя мир. Это, кстати, очень важное учение. Бог не включил язычников в Израиль, как некоторые пытаются это представить. Бог не сделал израильтян язычниками, как другие люди думают. Бог взял израильтян и язычников, и из них обоих сделал вообще нечто принципиально новое. Греческое слово кайна с новой, не, при, не подразумевает создание чего-то, ну, ранее существующего. Ну, например, если вы работаете на конвейере и выпускаете карандаши, ну, делаете там, я не знаю, 10 карандашей в минуту. Ну, и вот каждый карандаш вы можете назвать новый, но это не будет слово «кайнос». Новый — это принципиально новый. Вот вы выпускали-выпускали карандаши, а потом думали, а что я карандаши выпускаю? Дай-ка я лучше начну выпускать колбасу значит, вот, и стали делать колбасу. Вот это будет новая продукция, совершенно качественно новая. То же самое здесь говорит Павел. Бог создал нового человека. Иоанн Златоуст об этом написал очень хорошо. Бог не присоединял язычников к иудейству, чтобы примирить их, а напротив, как бы имея пред собой две статуи, одну из серебра, другую из олова, расплавил ту и другую, а смесь эту превратил в золото, и образовал из этой смеси одну статую, уже золотую. Бог создал церковь свою. И это новое. Мы не Израиль, в который включены язычники. И Израиль не включен в язычество. Но Бог создал церковь. Совершенно новое образование. И вот такому единству Христос даровал свой мир, устрояя мир. Все, теперь нет никакой вражды. Никакой вражды между Богом и людьми. И никакой вражды не должно быть в церкви. К сожалению, это не всегда так. Я бываю в разных церквах, и поразительнее всего, что вот на Кавказе, ну, казалось бы, в Кавказ, люди всегда живут бок о бок. Но даже в церквах там существуют как какие-то странные различия. Армяне говорят, грузин порядочным человеком быть не может, там, грузины наоборот, ну и так далее. И этим армянам доверять нельзя, они все время обманывают. И это говорят верующие. Мне странно, когда уверовавшие иудеи начинают кичиться своим иудейством и говорить: вы язычники, люди второго сорта, вот вы должны стать Израилем. Вы должны тоже исполнять Тору. А язычники, наоборот, говорят: Да нет, это мы самые крутые, а вы вообще отступники и христопродавцы Христа распяли. Я помню, участвовал в передаче у священника Якова Кротова. И звонит православный человек и задает мне вопрос: отец Павел. Почему жиды нашего Христа распяли? Это жуткая фантасмагория в головах у людей. Я пытаюсь объяснить, да, ну при чем здесь жиды-то, как бы мы все поучаствовали в этом процессе, потому что за наши грехи был распят Христос. Нет, это жиды, это вот евреи. Да как же так? Распяли-то его даже, ну фактически-то римляне, да, с подачи еврейского синедриона, но римляне. Тогда давайте все правительства обвиним там, значит. Но люди не понимают. Христос уже давно все это уничтожил. Все эти различия, устрояя мир. Кем мы стали? Апостол Павел продолжает свою мысль. Он говорит, мы получили доступ к Отцу. Посмотрите, 18 стих. Потому что через него и те, и другие имеют доступ к к отцу и те и другие опять же речь идет о евреях и о язычниках а что это значит это означает то что ни евреи ни язычники раньше доступа к отцу не имели потому что только через него получили доступ к отцу в десятой главе Евангелия от Иоанна помните Христос говорит я есть пастырь добрый и я есть дверь овцам он э, как бы соединяет эти две метафоры, потому что, ну, как было, пастырь в поле, если оставался ночевать, то он устраивал импровизированный загон, как правило, из камней выкладывал некую ограду. Ну, а дверь, где ты там в поле достанешь? Ну, не было. Дверью был сам пастырь. Значит, он ложился и перекрывал этот вход собой. Поэтому никто не мог пройти кроме как через него, через этого пастыря. Поэтому Сын Божий вот такую метафору избрал. Через меня вы приходите к Отцу. Христос э, тем самым принес нам благую весть. Посмотрите, придя благовествовал мир вам, дальним и близким. Добрые вести, это очень прекрасно. Мы все хотим добрые вести получать. Например, вы приходите домой, а у вас дома лежит там в почтовом ящике конверт, где вам говорят, теперь вы будете бесплатно всю жизнь питаться там в лучшем ресторане города Курска и вообще у вас будет обслуживание в, в кремлевской больнице там, я не знаю. Ну, то есть какие-то вот такие привилегии, если вам дадут, вы бы вы обрадуетесь. Я помню, мы радовались с детьми. Я приехал, когда только вот в Москву, мы с детьми, естественно, пошли в цирк Никулина. Ну, думаю, надо детям показать пришли и просто были в шоке, потому что билеты на два месяца вперед проданы, а цены там оказывается такие, что э, ну никак с нашей зарплаты их не купить. Прошел год и так оказалось, что наша добрая знакомая работала в этом цирке и она нас вообще бесплатно туда провела. Это вот была благая весть для моих детей. Получить доступ к каким-то благам, которые прежде не были тебе доступны, это благая весть. Поэтому Христос говорит, я обеспечил вам доступ к Отцу. Это благая весть. Христос принес мир. Он есть мир наш. Мир вам. И в 14 и в 17 стихе вот эту мысль Павел подчеркивает. Потому что доступ к Отцу, э, ну вот если просто так сказать, знаешь, у тебя есть доступ к Богу. Но ты же еще не знаешь, хорошо это или плохо. Потому что, а кто тебя знает? Зачем папа тебя зовет? Ну вот, э, папа говорит: сынок, ну-ка зайди ко мне. И кто его знает? То ли карманные деньги выдаст сейчас, то ли я что-то где-то проштрафился и меня побьют. Может быть, Бог вызывает нас на ковер? Может быть, Христос открыл доступ для того, чтобы мы пришли туда и там. Получили, айда, ребята, до адского казимата. Но Христос говорит Через Павла здесь, Он есть мир наш, доступ к Отцу для того, чтобы был мир. Христос дал нам Духа Святого, доступ к Отцу в одном Духе, 18 стих. Взгляните, доступ к Отцу в одном Духе. Мы приходим к Отцу Небесному через Духа Святого, посредством Святого Духа. Дух Святой побуждает нас молиться, исповедовать грехи свои. Вообще, молиться Духом Святым очень часто советует апостол Павел. И в послании к римлянам он это объясняет. Молиться Духом Святым, это значит взывать Авва Отче. То есть, когда ты очень близко общаешься с Отцом, когда ты стоишь, у тебя льются слезы от того, что ты грешник. Бог обнял тебя и утешает в этот момент. Христос позволил нам породниться с Богом. Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Ну, слово пришельцы у нас сейчас имеет несколько другое значение. Конечно, мы не инопланетяне. Здесь имеется в виду, что вы не чужестранцы, пришельцами, это греческое слово, поройкой, означало лишенные прав гражданства. То есть вы уже не бомжи в доме отца, у вас прописка есть. Вы чужие, не чужие, вы не э, вот эти не чужестранцы, не лишенные прав гражданства, вы сограждане. И стали близкими Богу. Стали домашними. Это не похоже на индийское кино, где, знаете, ну, как в плохом индийском кино где в конце фильма все узнают, что они друг другу родственники и родственники какому-то там Радже еще богатому. Не совсем так. Это по-настоящему. То есть Бог не чужой нам. Поддержите ТВ-семинарии молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv-семинари.com. Далее, кем мы стали? Апостол Павел объясняет нам, что мы стали храмом Божьим. 21 стих, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Слагаясь стройно относится к тщательному соединению, подгонке всех частей мебели, стен, зданий или другой конструкции. Каждая часть друг другу подходит идеально. Все находится на своем месте. И Христос – краеугольный камень в этом храме. Ну, вы знаете наверняка, что краеугольный камень – это основная несущая единица фундамента. Он должен быть достаточно крепким, чтобы выдерживать Вес всего здания, он должен быть правильно положен, чтобы структура здания равнялась на него. Краеугольный камень поддерживает и направляет, и объединяет все здание. И именно такую функцию выполнял в Божьем Царстве Иисус Христос. Он ее выполнил, он стал краеугольным камнем. Далее. Апостолы и пророки – это основание церкви. Вот здесь мы, кстати, подходим к очень важному учению о том, что апостолы и пророки – это основание, это фундамент для церкви. Я как-то был на конгрессе вот в Амстердаме в 2000 году, и иду по коридору, и стоит, значит, ну такой чернокожий брат во Христе, в белой одежде, очень красивый одетый, золотом вышитый, у него меч в руке, такой деревянный, тоже золотом украшенный. Ну и все с ним фотографируются за деньги. Там, по-моему, пять гульденов стоило с ним сфотографироваться. И он визитки всем давал, и на визитках был написано «Апостол». Я взял тоже, с апостолом сфотографировался. значит, ну на самом деле, я вот стал думать, а насколько это вообще правомочно, когда люди сегодня называют себя апостолами и пророками? На мой взгляд, это не вообще. Да, какие-то функции апостолов остались и сегодня. Ну, например, можно сказать, что современный миссионер, он в чем-то похож на апостола. Он идет и основывает новые церкви. Можно сказать, что современный проповедник в чем-то похож на пророка. Он потому что объясняет Слово Божье, но между ними есть большая разница. Основная функция апостолов и пророков была получать непосредственное откровение от Бога. Именно поэтому их слова записаны в Писании, их слова Бога духновенны. Они легли в основании церкви, но церковь не может постоянно состоять из фундамента. Фундамент не надстраивают. И вот здесь Павел говорит нам очень важное учение, что дары апостольства и пророчества, они остались в фундаменте в церкви, там же, где было земное служение Христа, где Христос – краеугольный камень, а дальше строится здание. Например, Тимофей уже не был пророком. Павел нигде не говорит Тимофею. Тимофей, и что скажет тебе Бог, то передай верным людям. Нет что слышал от меня, то передай верным людям. Апостол Павел был пророком и апостолом. Он получал откровения от Бога. Но Тимофей уже не получал таких откровений. Тимофей брал то, что написано апостолом Павлом, Богодухновенное Писание, и объяснял, толковал его людям. Итак, апостолы и пророки – со своей основной функцией – назидание церкви, получение откровения – они составляют фундамент, основание. А мы составляем из себя собственно здание. Мы – место, где живет Бог, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Вы теперь строитесь и то, что вы из себя представляете, это место, где живет Бог. Где живет Бог? Здесь, в Курске, или в Москве, или в Нью-Йорке, или, может быть, в Иерусалиме. Нет. Бог живет среди людей, которых он сам призвал, тех, которые откликнулись на призыв. Само слово церковь и Собрание призванных, тех, кто пришел, откликнулся на Божий призыв. И это очень важно понимать. Некоторые думают, вот есть стих, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. И это что означает? Это означает, вот собрались три христианина, и Христос на небесах так позевывая говорит, эх, ну опять собрались, понимаешь, во имя мое. Только сел расслабиться, ну придется идти, что же, я обещал. Пойду к ним, там, буду среди них. А, на самом деле все не так. А, вы знаете, что есть активный залог и пассивный. Или в русской грамматике действительно и страдательный залог. Так вот, Христос говорит, где двое или трое собраны во имя мое. Это пассивный залог, страдательный. Это не мы собираемся на троих сообразить. И Христос, хочешь-не хочешь, вынужден к нам прийти. Это Он собирает нас. Это мы собраны. Также и здесь. Вы устрояетесь, не вы заманиваете Бога на свои собрания. Некоторые э -э, харизматичные группы примерно так и думают. Они, как э -э, птицеловые, Бога заманивают словословиями. Они говорят: Бог живет среди словословий. Как сделать так, чтобы Бог к нам пришел? Давайте прославлять Его! Аллилуйя, Господи! Ну и как бы зазывают Господа. На самом деле, это совершенно с ног на голову поставленная церковная картина. Вы собираетесь туда, где живет Бог. Вы устрояетесь в жилище Божие. Не вы строите жилище, куда Бог приходит, а Бог собирает вас. Итак, апостол Павел говорит, вот кем вы были, и вот кем вы стали. Пожалуйста, об этом помните. 11 стих Прям таки так и начинается. Итак, помните, кем вы были и кем вы стали. У Владимира Галактионовича Короленко есть произведение фантазии, называется тени. И там в гла один из главных персонажей это Сократ. Не настоящий, конечно, Сократ, ну такой придуманный. Но слова поразительные даже для агностика Короленко. Послушайте, как молится вот этот короленковский Сократ. Ты тронул своим лучом мою грязную душу, и она устремилась к тебе, неведомый, чье имя тайна. Я искал тебя, потому что ты в истине. Я стремился к тебе, потому что ты в справедливости. Я любил тебя, потому что ты в любви. Для тебя я умер, потому что ты источник жизни. Неужели ты отринешь меня неведомой? Мои тяжкие сомнения, мои жгучие искания, мою трудную жизнь, мою вольную смерть, прими их, как бескровную жертву, как одну молитву, как вздох о тебе, как летучую струйку бренного пара принимает безграничный океан чистого эфира. Прими их ты, которого я не знаю имени, не дай туманным призракам умершей веры, заградить мой путь к твоему вечному свету. Уступите же с дороги мглистые тени, заграждающие свет зари. Я говорю вам, боги моего народа, вы неправедные олимпийцы, а где нет правды, там и истина только призрак. К такому заключению пришел я, Сократ, привыкший исследовать разные основания. И так расступись же мертвый туман, я иду своей дорогой к тому, кого искал всю жизнь. Отчаянный крик агностика Короленко, который сам тоскует по неведомому свету. Короленко так и не понял, что вот этот свет есть во Христе. То, о чем мечтает короленковский Сократ, стало правдой в жизни христиан. Поэтому помните, кем вы были, помните, кем вы стали. Прославляйте Бога и добро пожаловать на этот путь. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.